Ну что, Сара, чего ты сидишь? Опять думаешь о прошлом, в свой-то день рождения? Нет, я ни о чем таком не думала, все в порядке. Пойдем, у тебя же днюха. Тебе тут и подарок приготовил. Ух ты, правда, Лем, спасибо, можно посмотреть? Ну, конечно, ты же у нас именинница. Вау, лава-лампа? Серьезно? Вау, какая она красивая. Спасибо тебе огромное, Лем. Не за что. Для лучшей подруги ничего не жалко. Эта серия не будет столь грустной, как прошлая, поскольку в ней я расскажу вам про моих близких людей, родных, друзей. В общем, про тех людей, которые очень дороги для меня в этой жизни и сделали для меня очень многое. Слушай, у меня появилась очень хорошая идея. Иди-ка посмотри, что там твоя мама готовит. Мне жутко интересно, она меня, наверное, на кухню не пустит. Ну ладно, хорошо. Мам, к тебе можно? Это моя мама. Ее зовут Эмили. Она очень добрая, любит готовить, любит меня, папу, бабушку. Ну, в общем, всех нас. И, конечно же, моего брата. О нем я вам расскажу позже. Да, доченька, ты что-то хотела, солнце? Ну да, я хотела посмотреть, что ты готовишь. Ну, вообще-то это был сюрприз, но это вот такой вот шоколадный торт. Я в первый раз готовила по этому рецепту. Выглядит очень здорово, мам. Я думаю, что на вкус он такой же вкусный, как и на вид. Да, я тоже думаю. Ну ладно, иди в гостиную, скоро буду подавать угощение. Ура, мам! Люблю тебя. Я тебя тоже, солнце. Даррен, к тебе можно? Ну ладно, заходи, Сара, чего уж тут. Это мой брат Даррен. Мне с ним очень сильно повезло. Он добрый и незадиристый. Он не как все остальные мальчишки. Он очень классный, всегда поймет. В общем, я иногда его считаю даже своей сестрой, но я думаю, что это уже слишком. Ладно, Даррен, чего ты тут прячешь? Ну как бы с днем рождения, Сара. Ну, в общем, это тебе открытка и подарок, в общем, держи. Подкрытка, ты сам делал? Ну да. Ой, как это мило, Даррен. А это подарок. Ой, а можно я открою? Ну, конечно. Ну и что же здесь? Слайм! Вау, какой космический! С блестками, темно-синий. Ага, я специально для тебя выбирал, причем очень долго. Ой, спасибо, дорогой мой. Муа. Давай скорее, мама скоро угощение подавать будет. Ух ты, я побежал с тобой. Ай, только сейчас переоденусь. На свой день рождения я не приглашала очень много друзей, потому что они все в разъездах. Сейчас же каникулы были недавно, вот они еще до сих пор не приехали. Ну вот и две мои подруги. Ту-ду! Приветик! Как я соскучилась по тебе! Это Лара. Привет! А что это тебе так долго не было? Ну так видишь, я приболела. А это Кори. Держи! А это что такое за подарки из Хьюса? Ну, я знаю, что ты любишь ароматические свечи, поэтому подарила тебе сразу две. О, со вкусом, со запахом сливы и обычная, но она тоже офигенно пахнет. Спасибо, Кори! Вау, моя коллекция растет! Ну, я тебе тут тоже кое-что приготовила. Я думаю, это достаточно ожидаемый тобой подарок на день рождения. Ну и, в общем-то, вот так. Я вся во внимании. Ну, в общем, на, открой. Слайм? Это уже второй слайм за этот день. Правда? А кто тебе первый-то дарил? Мой братик. О, Даррен! Чего? Ты что, это же слайм подарил? Ну да. Мне твой тоже очень нравится, розовый с блестками. Спасибо, очень красивый. Не за что, подружка. Ух ты, бабуля! Здравствуй, внучка! Ой, ты из хлопушки стреляешь! Круто!
Это моя бабушка. Это просто самый лучший человек в мире. Она такая добрая. Если что, это мама моего папы. Ее зовут Норель. Ну ладно, побегу маме помогать. Хорошо, хорошо, бабуль. Ой, привет, пап. Здравствуй. Ой, это что, подарок? Ну да, как ты и хотела, айфон 11 фиолетового цвета. О, господи, как же я давно его хотела! Спасибо, папочка, спасибо! Это мой самый-самый любимый папа. Я его очень сильно уважаю, потому что благодаря его работе и его труду мы ни в чем себе не отказываем и живем в достатке. Его зовут Роберт. Ну ладно, доченька, я побегу тоже. Ну, пап, я так хотела бы побольше побыть с тобой. Ты у меня такой классный. Ты такая же, ты вся в меня. Круто! Чего это у тебя? Ух ты, айфон! Айфон! Ничего себе, вот это моей подружке повезло. Айфон 11! Когда открывать будешь? Да хоть сейчас. С днем рождения тебя! Йо, давай скорее открывай айфон! Ну подожди ты! Вау, какой классный! Да, суперский! Вау, и камеры вот эти специальные! Ой, мне он так нравится! Я рад, что ты рада! А я рада, что все вы рады! Ей! Что у нас тут по телеку? Так, так. Здравствуйте, родители, да. Зрители, я приветствую вас. Да как ты смеешь? Ой, прости. Да ты просто издеваешься надо мной. Что случилось? Что не так? Да я не виноват, что тут эта тетка выскочила. Я не думал, что кто-то из вас тут смотрел это фигурное катание. Ты издеваешься? Сара, погоди. Сара, ну ты чего? Эй, Сара! Сара, доченька, открой дверь, пожалуйста, Сарочка! Все хорошо, ну не закрывайся ты от нас! Сарочка, ну пожалуйста, открой! Сара, открой! Сара! Ребят, ой, извините, пожалуйста, в общем, все вместе, давайте, в общем, я пойду, потому что мне кажется, что она со мной заговорит. Ну ладно, мы постараемся. Что, он самый основной, что ли? Ну, выходит, да. Эх, ладно. Ни пуха, ни пера, к черту. Ну, Сар, ну ты это, не расстраивайся, что ли. Да извинится он перед тобой. Да что мне его извинения? Он никогда не терял свою мечту в жизни. Ну, Сар, у всех все бывает. Я ведь, понимаешь, ну... Понимаешь, Сар, ну я вот ради того, что ты просто моя подруга, что я хотел, чтобы ты была счастлива. В общем, я специально ради тебя оставил фигурное катание, а ты сейчас плачешь. Да, я плачу за себя, и за тебя, и за все это. Все это из-за меня, из-за дуры, понимаешь? Нет, Сара, ну не все из-за тебя, но сейчас же твой день рождения, ну пожалуйста, ну давай ты просто забудешь про то, что он включил телевизор. Да мне плевать, что он включил телевизор. Кто там когда-нибудь это смотрел? От тебя нужно теперь все прялки в королевстве спрятать. Что? Ну, ты поняла, наверное, о чем я. Спрятали бы, лучше было бы. Сара, прекрати, пожалуйста. Ну я же всегда как лучше для тебя хочу, а ты все время плачешь и не хочешь даже меня выслушать. Слушай, иди отсюда. Ты мне сам всю жизнь испортил. И вообще все вы дураки, все вы достали меня. Ах так. Я к тебе со всей душой, а ты... О, истеричка. И давай вали. Ну что случилось? Что там такое? Да ничего, дура она, дура! Ты что такое сказал про нее? Да вы сами ничего не понимаете! Что? Да... Иди из этого дома, чтобы я тебя больше никогда не видел! Да, что это такое происходит вообще? Эй, как ты посмел вообще про нее так сказать? Она заслужила это. Ну вот... Отпраздновали. Да уж. Ну ладно,
придется торт в холодильник класть. Сэр, ну ты прости меня, если... если что. Да нет, Майк, не в тебе проблемы. А, прости, пожалуйста, сэр. Я серьезно. Ну прости ты его. Да не в нем дело, я ж говорю. Ну ладно, мы, наверное, пойдем, а то родители волноваться будут. Давайте, девочки. Люблю вас. Пока. Пока. Когда все уже спали, дома было очень тихо, за окном шел легкий снег. Ночь была морозной. Я сидела и смотрела информации по лечению моей ноги. Пусть хотя бы сегодня я о ней не вспоминала, но вспомнила лишь тогда, когда Майк по своей неосторожности включил программу, которая затронула меня до самой глубины души. Мне просто надоело быть беспомощной, быть больной, быть той, кого все жалеют. Все думают, что если что-то пойдет не так, сразу я начну плакать. Мне это надоело, мне захотелось стать прежней. Я захотела вылечить свою ногу, разработать ее. И всю ночь я искала эту информацию. Уже к утру я ее нашла.